Всем привет, это канал Вэтскот, меня зовут Андрей, продолжаем разбираться с докером. И у нас на очереди Docker Compose. Что такое Docker Compose? Это такой инструмент, который позволяет нам не просто создавать отдельные образы, а запускать их в связочках. То есть реальное приложение, оно зачастую состоит не из одного элемента, типа приложения. А это приложение, оно, допустим, зависит у нас еще от базы данных. А еще перед нашим приложением у нас может стоять, допустим, реверсивный прокси. Именно такую цепочку я попробую сегодня сделать. База данных, приложение и реверсивный прокси. В качестве прокси я возьму Nginx. Он же будет выступать балансировщиком нагрузки. С помощью Docker Compose мы можем связывать наши контейнеры в едином файлике конфигурации и запускать всю эту связку единой командой. Ссылочку на документацию и на вообще все, что вы будете видеть на экране, я приложу в описании к видео. Там же вы, кстати говоря, можете найти информацию о том, как поддержать канал, например, на Патреоне. А также информацию, где мы все общаемся, в каких чатах, в каких группах во ВКонтакте и так далее. Также, когда идете вниз, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Но я немного увлекся, вернемся к основной теме нашего видосика. Нам нужно первым делом создать Docker Compose YAML файл. Переходим в консоль, где находится наше приложение, которое лежит на Git. Я его немножечко обновил. Теперь оно умеет подключаться к базе данных, запускать простенькую миграцию, если нужно. И из базы данных показывает, какие у нас есть сообщения, и может добавить туда еще одно новенькое. Чтобы сконфигурировать наш Compose, мы создаем новый Docker Compose файл. И начинаем его потихонечку заполнять по образу и подобию. Сильно заморачиваться не будем, волей мы посмотрим дальше, как делать. А сегодня мы сделаем самый элементарный, но функциональный Docker файл, который вы можете уже сразу же заиспользовать. Первая строчка у нас всегда версия. В следующей секции мы описываем сервисы. Добавим сюда заголовок сервисы и пойдем посмотрим, чего от нас там ожидают. Ожидают от нас как раз имена этих самых сервисов. А дальше уже идет конфигурация. И эта самая конфигурация у нас, в принципе, сильно перекликается с Docker файлом, либо даже, наверное, с конфигами, которые мы передавали в Docker файлы. Вот, например, команда build. То есть данный образ веб, он у нас будет построен из текущей директории. Ровно так же, как если бы мы запустили Docker build команду. Как я уже говорил, я заморачиваться так сильно не хочу. Я заранее собрал образы, все запушил на GitHub, потому что билдить не хочу, потому что это мне сейчас не очень нужно. И поэтому мы будем использовать image, как вот в случае с Redis. Ну, первым делом мы, конечно, описываем базу данных, и вот она у меня уже здесь найдена. База данных Postgres, и образ мы возьмем 11.4 Alpine, как наиболее свежий. Итак, пишем, что это у нас DB, и за основу мы возьмем image Postgres версия 11.4 Alpine. Что нам дальше нужно сделать? Здесь, кстати говоря, это не прописано, но на самом деле неплохо было бы указать контейнеру еще и имечко, потому что Docker Compose сам, конечно, попытается все эти имена придумать, но он их придумает не так ловко, как это сделаем мы, поэтому берем на себя эту часть работы. И название для контейнера результирующего мы можем указать в параметре container name. Container name. Пускай это будет Postgres, чтобы было проще его потом искать. Следующие разделы, они нам уже знакомы. Это порты, разделы и environment. Точно такие же аргументы мы указывали, когда стартовали наши докер-контейнеры вручную. Сейчас, соответственно, мы можем просто указать ports и задать эти самые порты так, чтобы нам их не приходилось каждый раз указывать заново. Естественно, у нас это 5.4.3.2, которое мы прокидываем на 5.4.3.2. С разделами здесь немножечко поинтереснее. Мы не хотим, чтобы у нас при пересоздании нашего контейнера терялась база данных, о чем я ранее вам уже говорил. То есть, если мы сейчас создадим контейнеры, потом их с ними поработаем, там окажутся какие-либо данные, допустим, на продакшене, а потом мы решим пересоздать наши контейнеры, мы потеряем те самые данные. Поэтому их нужно вытащить из контейнера. Поэтому мы сейчас всю базу данных перенесем наружу. Она будет лежать в той директории, откуда мы будем запускать этот самый Docker Compose файл. Чтобы далеко не искать эту самую информацию, я сейчас просто создам директорию pg-data. И в ней у меня будут лежать все файлы базы данных на моем реальном компьютере. В той директории, где я создаю Docker файл, будет создана директория pg-data, и в нее будут складываться все эти файлы. А на хосте, который у нас будет виртуальный, Postgres складывает все свои внутренности по вот такому пути. var lib postgres q
SQL data pg data. Далее нам предлагают заполнить environment. Ненавижу это слово, поэтому я его вставлю через копирование. И с environment мы пойдем посмотрим, что у нас в документации написано. Нам нужно указать название базы данных, чтобы нам ее не создавать ручками, а также пароль и указать, конечно же, Postgres, где ему искать эти самые файлы, которые мы замэпили. И здесь нам как раз показывают, какие environment variables есть у нашего образа. Во-первых, это Postgres password. Берем, копируем его, вставляем и указываем, что пароль у нас будет 123. Postgres user мы оставим Postgres, не будем заморачиваться. А вот название базы данных, кстати говоря. Подставим и назовем базу данных, пускай будет Docker test. Именно это имя я выбрал для базы данных в приложении. И, конечно же, pgdata. Environment variable, который у нас совпадает должно вот с этим самым путем. Varly PostgreSQL data pgdata. Varly PostgreSQL, вот он этот путь нам и рекомендует, например, использовать. Мы люди послушные, мы так и сделаем. Нам необходимо здесь дописать такой аргумент, как restart. И в нем мы напишем всего одно слово. Always. Что означает, что каждый раз, когда наше приложение DB будет по какой-либо причине останавливаться, но эта причина не будет исходить от нас конкретно, Docker Compose будет пытаться это дело перезапустить, чтобы наше приложение продолжало спокойно работать. Весьма удобный аргумент, и я бы вот рекомендовал его добавлять к вашим сервисам, которые действительно должны всегда работать. Следующий раздел у нас будет для нашего приложения, и он будет называться, соответственно, App. На самом деле, вот эти имена вы можете придумывать какие хотите, так же, как вот в Container Name, потому что это полностью ваше творчество, которое вам потом и раскуривать. Я выбрал эти имена, вы можете немножечко по-другому назвать, но запоминайте, потому что именно по этим именам вы сейчас и будете, не сейчас, а дальше будете связывать все эти приложения. Именно с этими названиями они друг друга и видят, то есть application у нас будет в виде базы данных, как host DB. Итак, первым делом мы могли бы, конечно, как я уже говорил, написать здесь build, поставить точку, и тогда наш образ будет собираться в текущей директории. Мы пойдем немножечко другим путем и напишем сюда image. Image у нас, опять-таки, как я упоминал, уже собранный. Я его подставляю сюда и офигеваю, как это все некрасиво. Добавляем новую строчку. Пускай контейнер name будет application. Порты. Мы укажем, что наше приложение, оно запускается у нас на 3000 порту. Соответственно, внутренний 3000. Мы выставляем наружу, так же как 3000. После портов что нам необходимо указать? Нам необходимо указать environment variables. Environment. В моем приложении есть такая переменная окружение, которую я задал Postgres host. В вашем приложении нам могут быть какие-то свои дополнительные переменные. Ну, то есть это что? Я просто указываю базу данных, к которой мое приложение должно подключаться. Потому что, допустим, для локальной разработки я могу указывать localhost, а вот когда я запускаюсь в кластере, мне нужно знать имя хоста, на котором будет крутиться эта самая база данных. И здесь, так как мы запускаем все это в Docker Compose, я могу указать просто имя того контейнера, в котором эта самая база данных у меня и крутится. То есть вот он DB. А внутри моего приложения переменный PostgreSQL будет лежать как раз этот самый DB. И адрес, по которому мое приложение будет обращаться, если, допустим, в стиле JDBC строки подключения, это будет что-то в духе Postgres. Здесь, допустим, имя пользователя, Postgres, пароль 123, собака, вот оно, имя хоста, порт и какая-то моя база данных, Docker test. То есть вот такая получится строка, по которой у меня будет подключаться. И вот как раз вот он, этот DB, он у меня взят отсюда. То есть если бы я здесь бы написал PostgresQL host, то здесь бы у меня URL в результате получился бы PostgresQL host. Ну, соответственно, сюда бы я и написал бы PostgresQL host. Но нам это все не нужно, поэтому оставляем только DB. А как уже там все это будет внутри подключаться, мы определяем в нашем приложении. Итак, далее имечко. Указываем, что мы хотели бы рестартовать также всегда наше приложение. И еще один очень важный момент. Docker Compose может стартовать приложение в произвольном порядке. Он может одновременно запустить контейнеры, и мое приложение, так как оно сейчас легковесное, может вполне себе раньше стартануть, чем загрузилась база данных. И это не очень хорошо, потому что, естественно, у нас посыпятся ошибки. Именно для этих целей в Docker файле у нас присутствует такое понятие, как
Линки. Что такое линки? Это указание тех контейнеров, от которых текущий контейнер у нас зависит. Указываем DB. И теперь, прежде чем у нас application стартанет, Docker Compose запустит именно базу данных. То есть, если бы у нас было бы несколько контейнеров, допустим, еще у нас был бы Redis Cache, у нас было бы, там, не знаю, допустим, RabbitMQ, мы бы описали эти контейнеры где угодно в коде, а в линках указали бы, что нам еще предварительно нужно дождаться RabbitMQ, нам дождаться надо Redis и что-то еще возможно. И только после старта всех этих сервисов у нас, соответственно, запустится application наш. С application мы закончили, и далее нам нужно описать наш прокси-сервер. Конечно же, это будет Nginx, который мы так и назовем Nginx. Image, который мы будем использовать, я также заранее нашел, и он у нас версии 1.17.2 Alpine. Опять-таки, чтобы было полегче запускать все это дело. Легковесный образ. Пишем Nginx и подставляем тег. Контейнер name неожиданно у нас также Nginx. Далее небольшой хак, чтобы протащить конфигурацию внутрь контейнера. Создадим сейчас дефолтную конфигурацию, которую мы пробросим внутрь контейнера в etc Nginx. Conf-D. Это будет также default conf. Этот файл пока что еще не существует, сейчас мы его создадим. В нем будет у нас настройка, которая объясняет Nginx, что и куда и как он должен проксировать. Ну и, конечно же, теперь надо указать линки на те ресурсы, от которых он зависит. Зависит он у нас только от application. Вот такой вот простенький Docker файл у нас получился. Сохраняем, выходим, и теперь нам нужно сделать тот самый default conf, в котором мы опишем настройки Nginx, чтобы он знал, куда что и как он должен мэпить. Создаем сервер. Слушать он у нас будет порт 8989. Сервер name у нас будет localhost, конечно же. Location у нас будет корневая директория. Если вы не знакомы с настройками хостов, рекомендую почитать документацию по этому делу. К нашему счастью, Nginx создавали русские ребята, и документации на русском языке предостаточно. Конфигурируется он достаточно просто. Вся конфигурация у него на своеобразном JSON-чике, и достаточно просто, понятно, все это настраивается и пользуется. И, в принципе, ту конфигурацию, которую я сейчас пытаюсь сделать, ее можно найти в описаниях конфигурации Nginx сервера. Вот, допустим, та часть, которую я сейчас хотел описать, я могу ее просто скопировать и вставить, как мы регулярно с вами тут делаем, за что меня периодически ругают в комментариях. Единственное, что прокси-пас мы с вами немножечко поменяем. Все-таки приложение у нас не на localhost, а мы должны его получать с другого хоста, который у нас в другом контейнере находится. И находится он у нас на хосте app и на порту 3000, о чем мы с вами указали в нашем Docker файле вот в этой строчке. То есть наш хост называется app. Собственно, Nginx таким его и знает. И здесь мы указываем, что вот он, наш хост на 3000 порту крутится. И Nginx должен нам его раздавать. Простая конфигурация Nginx у нас закончена. И теперь можно попробовать все это дело запустить. Запускается все команда Docker Compose. И мы можем сейчас посмотреть, а какие вообще тут у нас есть варианты запуска. Ну, эту часть мы пропускаем, поскольку она для нас сейчас не сильно информативна. Ну, пожалуй, кроме опции F, если у вас Docker файл лежит в каком-то файле, отличном от названия Dockerfile YAML, либо по какому-то другому пути. Но вот эти вот команды, они вполне интересны, и часть из них мы с вами сейчас изучим. Только те, которые реально сразу можно применить. Первым делом нас, конечно же, интересует команда app создать и запустить контейнеры. Соответственно, запускаем Docker Compose с командой app. И смотрим мультик про то, как у нас подтягиваются все необходимые образы. Если у нас указана опция собрать образ, то, соответственно, смотрим, как все это собирается. И видим, что Nginx у нас тормознул, а все остальные контейнеры вполне себе работают. А тормознул у нас из-за того, что я допустил опечаточку в директиве. Нажимаем Ctrl-C, чтобы все притормозить. Ну, кто не ошибается, пусть первый кинет в меня камень. И нам нужно поправить не Docker Compose файл, а Default Conf. И смотрим, да, я здесь поставил двоеточие по инерции. В Nginx двоеточие не нужны. Перезапустим наш Docker Compose, он теперь стартанет быстрее, потому что все у нас есть, и у нас только контейнеры стартанут. Видим, что никаких ошибок нету. И теперь посмотрим, а что же у нас на 3000 порту, кстати, должен быть доступен. Да, он доступен, потому что все сервисы, которые мы стартанули, они на нашей машине, также замэпились на те порты, которые у них заэкспоужены. Так, с портами накуролесил. Тормознем процессы.
Поправим докер-файл. И опять-таки надо больше спать и меньше косячить тогда будем. Нам надо указать порты, что мы хотим не просто экспозить их, а мы хотим, чтобы у нас из контейнера порт 8989 мыпался на наружный 8989. И теперь запускаем опять Docker Compose Up и проверяем, что у нас запросы действительно идут через нас, через наш Nginx сервер. Здесь должны быть соответствующие заголовки, я думаю. Да, вот, пожалуйста, Nginx. Все проходит через него. Добавим сообщение. More. One. Two. Видим, что у нас все это отлично отрабатывает в нашем Docker Compose контейнере. А теперь немножко поговорим за те команды, которые мы использовали. Вот, пожалуйста, Nginx у нас логирует все наши запросы. Четко видим, что все отрабатывает. Тормознем. И посмотрим, например, а что у нас делает команда Docker Start. Она стартует существующий контейнер. А какие контейнеры она стартует? Мы можем посмотреть это команды Docker Images, которая отображает контейнеры, которые используются текущим Docker файлом. И мы видим, что у нас используются три контейнера, взятые из каких-то репозиториев с такими-то тегами. В общем, мы отсюда можем получить информацию по тем имиджам, которые мы задействовали, и в каких контейнерах они у нас используются. И, соответственно, теперь, если мы напишем Docker Start, то у нас эти контейнеры запустятся, но, в отличие от предыдущего сценария, мы видим, что у нас нету никаких логов. А точно ли все запустилось? Как я уже упоминал в одном из предыдущих видео, у нас есть замечательная команда CTOP, которой мы можем заметить, что у нас сервисы действительно запущены. Но я помню, кто-то спрашивал, а что делать? У меня вот под виндой эта штука замечательно не работает. Ну, можно посмотреть, например, Docker Compose PS. И вы увидите все три контейнера, которые у вас сейчас запущены. State, как видим, up. Также у нас здесь видим, как у нас замыплены порты, какая команда запущена. Более того, мы можем посмотреть еще и какие конкретно у нас запущены процессы с помощью команды Docker Compose Top. Для каждого из контейнеров, вот Application, Nginx, Postgres, мы видим все процессы, которые запущены, и более-менее по ним какую-то информацию, типа процессорное время, которое они потребляют, и прочие какие-то прелести. И если мы сейчас обновим страничку, у нас, в принципе-то, логов не видно. В этом еще дополнительная проблема. Но, опять-таки, здесь все предусмотрено, и мы можем набрать команду Docker Compose Logs, и мы увидим логи, которые у нас идут сейчас в наши контейнеры. И если посмотреть дополнительную информацию, то мы увидим, что мы можем даже в принципе следовать нашим логам. То есть если мы запускаем все это с префиксом F, добавлю несколько пустых строчек, обновлю страничку, добавлю какое-то сообщение, и мы видим, что это у нас все отлично отображается в наших логах. Но теперь неплохо было бы все это тормознуть, и для этого у нас также есть команда Docker Compose Stop. Проверяем, что у нас все остановилось. Да, действительно, все наши контейнеры остановились. Также есть еще одна замечательная команда, которая по своему действию сравнима с небольшим апокалипсисом. Это команда Down. Она не просто очищает список запущенных контейнеров, она удаляет все существующие ваши контейнеры. Ну, не все совсем, а только те контейнеры, которые у вас относились к текущему Docker Compose файлу. И, соответственно, все сети, если они у вас были созданы, также удаляет. И удалилось сейчас, кстати, это дело не просто так, потому что у Docker Compose есть еще замечательная одна способность. Мы можем не просто запустить наши сервисы, но мы можем использовать одну замечательную хитрость. Допустим, наш сервис, вот текущий, который я запускаю, он написан на ноде. А какая у нас самая большая проблема у ноды? Правильно, то, что нода у нас однопоточный движок. С потоками она работать не умеет. И если мы хотим нормально утилизировать наши многоядерные сервера, то и ноду мы должны запускать, соответственно, несколькими отдельными потоками. Соответственно, мы можем это определить в нашем контейнере, но это будет немножечко не тот путь, который мы с вами выбрали. Соответственно, нам надо бы запустить несколько контейнеров по отдельному контейнеру на каждый инстанс нашего аппликейшена. И это все также предусмотрено в Docker Compose. Мы можем скейлить наши ресурсы, указывая с помощью флага scale имя и количество инстансов, которые мы хотим запустить. Как это будет выглядеть в нашем случае? Убираем help, пишем scale и пишем, что мы хотим наш app запустить в 5 потоков. Но есть одна небольшая проблема. Дело в том, что мы указали один порт, который мы можем заиспользовать.
отредактируем наш Docker файл заранее. Предупреждаю, что мы должны убрать тогда контейнер name, потому что контейнеров будет несколько, и одно и то же имя у них быть не может. Соответственно, Docker Compose пусть сам теперь уже все это обзывает. И порты. Нам надо указать, что наше приложение теперь запускается не просто на 3000 порту, оно может запускаться на портах с 3000 по 3005. То есть все контейнеры у нас при старте вот этого аппликейшена, все 5 штук, которые мы будем стартовать, они будут внутренний порт 3000 поочередно мэпить на внешние порты 3000, 3001, 3002 и так до 3005. У каждого контейнера будет снаружи торчать один свой порт. И после того, как мы вот это дело все сделали, нам еще неплохо было бы поправить наш конфиг на Nginx, потому что он будет по привычке слушать все равно только один порт. Поэтому мы берем не вот это вот, а другой файл. И здесь нам нужно опять-таки использовать немножечко магии Nginx. Добавляем такое понятие, как upstream. И назовем его, допустим, ну, пускай будет application. Upstream — это тот поток, который будет агрегировать в себе какую-то конфигурацию, и наш Nginx сервер будет слушать не конкретный какой-то адрес, а именно вот этот upstream, который аккумулирует, соответственно, все эти адреса. Upstream указывается очень просто. Мы пишем сервер, ну, это ключевое слово, и указываем потом, что именно мы хотим слушать. А слушать мы хотим все тот же самый наш application, но на портах с 3000-го. Здесь, к сожалению, Nginx недостаточно умен, и ему надо указать все варианты, которые мы хотим замэпить. Но ничего страшного, эти конфиги текстовые, поэтому мы можем, в принципе, их генерировать с помощью любого шаблонизатора. И здесь proxypass мы, кстати, заменяем теперь на HTTP application. И теперь стартуем наш Docker Compose с указанием scale up 5. Видим, что я опять допустил опечаточку. Это уже какая-то клиника. Нужно поправить upstream слово. Upstream. Перезапускаем сервер. И видим, что Docker у нас пытается запустить сразу наш application в 5 инстансах, собственно, как я и задавал. Сейчас-то что не так? В 8 строчке потерял фигурную скобку. Да, я потерял многоточие. И вновь старик закинул невод. И в этот раз Nginx у нас не притормозил. Видим, что у нас application запустился разноцветными строчками в 5 экземплярах. И теперь попробуем снова вызвать наше приложение. Видим, что все вроде бы работает. Попробуем добавить 5. Добавляется, откликается. Если это дело теперь тормознуть и попытаться, допустим, опять написать Docker Compose Start, то мы видим, что у нас стартует как будто бы 3 приложения. Но если мы нажмем тот же самый Stop или Docker Compose PS, то мы увидим, что у нас наше приложение стартануло все-таки в 5 инстансах и вполне себе функционирует. А если мы здесь, допустим, попытаемся зайти на один из портов, какой-нибудь, допустим, 3001 работает, 3002, вот его нету. Соответственно, все остальные у нас также они доступны, эти порты. Докер случайным образом из указанного нами диапазона от 3000 до 3005 выбирает те порты, которые свободны, доступны и в том количестве, которое нужны. Соответственно, вот я указал 6 портов, а нужно было 5 инстансов. Соответственно, 3002 порт у нас никак не задействован. Но при этом, если мы посмотрим запросы, здесь у нас все проходит через Nginx, а если мы перейдем на порт 3001, то у нас здесь уже никаких заголовков о том, что это прошло через Nginx, нету. Таким образом, мы сделали наш Docker файл, и теперь вы можете поставить со спокойной совестью лайк под видео, подписаться на канал, написать комментарий. Информацию о том, как поддержать выход новых видео, где пообщаться со мной, вы можете найти в описании под видео. Там же находится ссылочка на второй канал, где я провожу стримы, а также выкладываю видосы о жизни программистов. Также ссылочка на группу ВКонтакте и мой твиттер-аккаунт, где я выкладываю интересные новости. Спасибо, что посмотрели это видео. Пишите код, учитесь. Всем спасибо, всем пока.